Праздник к нам приходит. В регионе стартовала череда новогодних представлений для детей. Накануне наша съемочная группа побывала на сказочном празднике в Центре социальной адаптации «Особое детство». Подробнее расскажем в следующем сюжете. Сказочное представление с играми и задорным детским смехом. На новогоднюю елку в Центре социальной адаптации «Особое детство» пришли ребята, чтобы проводить старый год и встретить новый. Гоша Журавлев усердно готовится к празднику уже в четвертый раз. Сегодня он пришел в костюме тигра, символа следующего года. Также мальчик рассказал Деду Морозу стишок. «Найди елочку, мы постанам зая, глазу вокруг елочки песни зашучали. Елка наятная, множество огней, ждаем и радостных новогодних дней». Перед приходом на праздник доброго волшебника ребятам показали новогоднее представление, где снегурочки из разных регионов доказывали, кто из них настоящая внучка Деда Мороза. В представлении принимали участие дети разных возрастов. Мне понравилось, когда пришел Дед Мороз, и он начал раздавать подарки. Мы прыгали на конях, ходили в валенках, водили хороводы и знакомились со всеми. Новый год для детей – это один из самых важных праздников. Ведь именно в этот день, благодаря подаркам Деда Мороза, сбываются самые заветные желания. Здравствуйте, ребята, здравствуйте! Вместе с детьми в новогоднем представлении принимали участие и их родители, для которых очень важно, чтобы их особенные дети получили заряд радости и новогоднего настроения. Здорово, в общем, молодцы. Особое детство нам очень оно нравится, молодцы, организовали все. Спасибо им большое. Новогодний праздник в Центре социальной адаптации «Особое детство» имеет свои особенности. Самое главное во всех таких мероприятиях для особенных детей – это контактность. То есть мы составляем сценарий таким образом, что каждый ребенок – участник события. Он приближен к тому, что происходит. Он может все потрогать, пощупать, сам поучаствовать. То есть он погружается в атмосферу сказки. Также поздравить ребят и их родителей с наступающим Новым годом приехал и губернатор округа Юрий Бездудный. Вместе с детьми он водил хороводы, а с Дедом Морозом зажег огни на елке и вручил подарки. От Центра «Особое детство» хотим поздравить всех жителей, гостей, друзей, детишек с Новым годом. Любви и счастья вам! Мира и добра, хорошего настроения и исполнения желаний. И самых замечательных новогодних подарков. С Новым годом! Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».